Телеканал КРТ представляє. От, наприклад, МВФ, вони вирішили, що треба допомогти деяким країнам, да. Самим бідним країнам. Тобто вони зробили перелік з 25 країн, яким треба допомогти, бо вони не справляються. Їм гранти там, ну... Не допомагають. Ну так, так, да, зробили все, щоб... І кокос не родять. Так, так. Але в цей перелік Україна не входить. І ми робимо висновок дуже простий. Тобто 25 самих бідних країн, а України нема. Значить, МВФ вважає, що у нас, в принципі, достатньо сильна, цивілізована, мабуть, ну це я вже додав, країна. Ну там, на самом деле, это на самом деле укладывается в логику, продолжение, точнее, логики МВФ и Мирового банка, потому что до этого они говорили, они даже делали такое официальное заявление, что учитывая пандемию коронавируса в мире, они обращаются ко всем кредиторам, что в особенности то, что касается стран, которые развиваются, да, или стран, скажем так, с социально-экономическими проблемами, чтобы эти страны, кредиторы этим странам пошли, как бы, да, поддержали эти страны и, например, реструктуризировали долги или простили часть долга, ну, то есть или отложили выплаты, да, чтобы эти страны могли направить большую часть ресурсов, которые у них есть, не на выплату долга, а именно на поддержку социальных программ. И как бы МВФ и Мировой банк это как бы сделали такое объявление. И потом они сами решили показать пример, да, что вот есть страны, которым они готовы действительно там простить проценты, которые тебе должны были бы платить за кредиты и так далее. Но тобто, може, МВФ действительно не такая плохая организация. Нет, тут как бы все кажут. Тут нюанс вот в чем, что эти страны обращались к МВФ. Ага. Ну, то есть, обращалась ли Украина? Я не думаю. Вот в этом все и дело. То есть, для того, чтобы получить тобто, выставок, попадание в такой список... Мы непогано живем, або мы дуже горді. Или у нас считают, что как бы тут у нас не было, а долги мы должны платить. Хотя, еще раз говорю, что коронавирус, ситуация, да, пандемия, это форс-мажор, который бы нашей стране спокойно бы позволил говорить о реструктуризации долга. То есть эта возможность была и, наверное, есть еще. То есть, но для этого правительство должно, и точнее, вот то, что называется переговорщики от имени государства, должны вести подобные переговоры с Международным валютным фондом. То есть они должны давать сигнал, что смотрите, мы не можем платить, давайте мы лучше вот эти деньги сейчас направим на поддержку вот этих таргетированных групп, да, и пенсионеров, и медиков. Ну, то есть давайте мы сейчас с вами об этом договоримся, а потом как бы мы, можем, возможно, вернемся к этому вопросу. Но если страна сама говорит, что да нет, мы тут готовы и закон про землю принять, и тут даже, возможно, банковский закон, хотя с ним есть нюансы. Да, мы знаем, сейчас эта дискуссия идет. И мы готовы платить до конца, даже если у нас там, не знаю, пусть на это уйдет даже больше там трети бюджета. Ну, такая, что Международный валютный фонд будет выкручивать руки Украине и говорить, да вы что, нет, мы готовы вам реструктуризировать. Конечно, нет. Они, ну, как бы, они только рады, что вот правительство да, готово, получается, переложить вес ответственности выплат за кредиты на свое население. І не обращатися к ним. Ну їм же проще, ну, на самом деле. От я отак думаю, знов. Ну, у мене два путя, як в тому анекдоті. Або це вони вірять, що у нас достатньо сил для того, щоб навіть під час пандемії розраховуватися з боргами, або вони просто турбуються, що якщо вони попросять реструктуризацію, то вони не отримують новий транш. Може таке бути? Ну, то дело в том, что, если говорить вообще об этом транше, я далеко не уверен, что, конечно, он вообще решит проблемы нашей страны, потому что у нас, если говорить по поводу Международного валютного фонда, выплаты, если я не ошибаюсь, на осень ключевые пиковые выплаты, там несколько миллиардов, по-моему, 4 миллиарда мы должны будем выплатить. Ну, и там проценты, ну, то есть, но тут как бы в чем нюанс? Деньги МВФ, по сути, кстати, вот в чем специфика их, они сразу пойдут в бюджет. То есть обычно так... Сразу. Все, ну, вот, то есть, вот так он пришел в бюджет, обычно, и мы такие... Они, более того, вот сейчас же были приняты изменения в бюджет, где, получается, еще не полученные деньги, они включены как одна из тех статей, которая, да, наполнение бюджета. Да, ну то есть еще не полученные деньги, да. Но как бы тут как бы в чем нюанс, что получается, что пусть даже они все равно пойдут в бюджет, по сути большую часть треть бюджета мы отдаем на выплату долгов. То есть по сути мы берем деньги для того, чтобы платить тому же МВФ по кредиту
и по процентам, которые есть с этими кредитами. И то есть, по сути, как бы МВФ кредитует, это вот можно себе представить такой кругооборот денег МВФ в природе, ну, в контексте нашей страны. МВФ тут дает и сам же как бы и получает. Я, кстати, даже не удивлюсь, если они даже физически не будут выезжать эти деньги. А, то есть они просто, знаете, на уровне бумажек произойдет этот обмен. Циферки занесу. Да, да, циферки, циферку сюда мы переносим в циферку сюда. И вот уже произошло путешествие денег МВФ через Україну. В прямому ефірі це буде як математика, да, онлайн від МВФ. Гроші сюди прийшли, повернулися назад, і ми маємо право на помилку. Да, ну, возможно, Україна могла б сказати: "Ой, слушайте, знаете, а ми так вирішили, ми теж маємо право на ошибку, ми хочемо реструктуризації довго". Ну, да, ну, я впевнений, що наші чесні, розумні хлопці, які там зараз сидять в Верховній Раді, вони, як тільки отримують перший транш, одразу и попросят реструктуризацию. Но рано или поздно мы все равно к этому придем. Я объясню почему. Потому что на самом деле у нас многие не знают, но мы проводили уже какую-то реструктуризацию долго. И не так давно, кстати. Это было в 2014-2015 году. Да, она была не очень для страны удачной. Я имею в виду реструктуризацию имени Натальи Яресько. Но она была. И Украина даже тогда 4 месяца была в техническом дефолте. У нас как-то об этом уже забыли. Но вообще-то это было. Вот и не так давно было. Да, то есть реструктуризация – это, во-первых, не совсем равно дефолт, вот тут тоже важный нюанс, мы должны понимать, а во-вторых, это нормальный цивилизованный способ для страны, которая испытывает социально-экономические трудности и которая в то же время не отказывается платить по долгам, которые есть. Потому что на самом деле страна вообще может на каком-то этапе сказать: «Вы знаете, все, мы вот тут отказываемся платить, а потом будем обсуждать». Да? Многие страны, например, Аргентина, 8 раз в истории объявляли дефолт. А какие страны в Латинской Америке Яресько все же допомогла до конца? Ну, Пуэрто-Рико она не очень не помогла. А вот Пуэрто-Рико, да? Пуэрто-Рико, да. Но она не очень помогла. Там еще потом землетрясение произошло. Ну, короче, там начались свои различные катаклизмы. Жінка, может быть, это все связано. Да, жінка, яка приносит счастье в любой будинок, куди вона заходить. Да, и поэтому, потому к чему, я к чему веду, что, наоборот, мы могли бы уже сделать выводы из того опыта, который мы имеем, да, работы с международными финансовыми институциями. То есть они как бы, не то, что они там демоны, мне кажется, что стоит, ну, мы тоже не должны с вами так, вы знаете, просто демонизировать там МВФ. МВФ просто, ну, они дают кредиты, они хотят их вернуть с процентами. Желательно. И получается, что тут как бы всегда есть вопрос к правительству стран, с которыми МВФ ведет переговоры. Если это правительство готово соглашаться на все, что угодно, или предлагать МВФ, а мы и тут сделаем, и так сделаем, или там поднимем тарифы, и ничего страшного, население переживет, то МВФ скажет: ну ладно, хотите? Пожалуйста. Потому что я, например, мне коллеги рассказывали, что когда-то, вот когда у нас только еще обсуждались одни из прошлых программ с Международным валютным фондом несколько лет назад, и там поднимался вопрос о том, что Украина говорит: вот мы будем поднимать тарифы на газ. И представитель Международного валютного фонда говорит: а у вас население вообще выдержит ну, такое повышение? У нас выдержит, не волнуйтесь. То есть это даже не МВФ говорили. Вот еще раз говорю, МВФ, они, вот это парадокс был, да, что они спрашивали: так а выдержит население? Да, и, конечно, выдержит. Да, мы нам только кредит дайте. Пан президент Петро Олексійович выходил тоді на сцену и сказал: українці, ви фантастичний народ. Да. І я тоді дійсно розумів, що він має на увазі. Ви видержите 900, скільки, 1000 раз повищення цін, да? Ну, в итоге мы видим, что сейчас, если я не ошибаюсь, у нас приближается понемногу к 80 миллиардам задолженность так, населения. Да? Это уже больше, чем несколько траншей Международного валютного фонда. Ну, вот как бы пузырь надувается. Ну, пузырь – наше все. Ну, мы знов маємо пам'ятати, що ми маємо право на помилку. Да. І від того, в принципі, нічого страшного вже й на Україну налякати не може вже ніщо. А ошибка має право на нас. Так.